Здравия всем любителям хоккея! Кульминацией этого сезона стала победа Сент-Луиса в 7-м матче финальной серии. Трофей завоевали наши соотечественники Владимир Тарасенко и Иван Барбашов. Фокс Хоккей поздравляет всех болельщиков Блюз, а также лично Владимира и Ивана с завоеванием Кубка Стэнли. В этом видео мы расскажем о лучших моментах этой серии. Спасибо всем, кто смотрел наши выпуски на протяжении всего года. Напоследок ставьте свой хоккейный лайк, если будете ждать третий сезон данной рубрики. Ну а теперь к лучшим моментам финала. Неделя 33, последний выпуск сезона. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Открывает наш топ золотая шайба от Алекса Пьетранджело. Может, не самый красивый гол, но важный-то какой. Да еще и от капитана. Первая игра, большинство Брюинс и Чарли Маковой, решивший в одиночку разобраться с соперником. Спокойно вошел в зону и, нанеся бросок из-под защитника, прошил ближний угол голкипера. Финал – это особенное время для чудес от вратарей, но полевые игроки охотно приходят на помощь. В 7-м поединке за голкипером подчистил Сден О'Хара, не позволив шайбе от перекладины транзитом через спину Раска оказаться в сетке. Бостон чертит хорошую атаку, перевод на Пастерняка, бросок, и Биннингтон выручает команду. Надежная игра на перемещении от вратаря блюзменов. Строчкой выше располагается еще одно спасение от игрока Мишек. Давид Крейчи подстраховал Туку Раска и подставил свою мужественную руку под бросок все того же Пьетранджело. Открывает пятерку нашего топа живописный силовой от Тори Круга против Роберта Томаса. В олдскульном стиле, без шлема. Вот это крутота! Тори в этой серии активно раскалывал соперников. В этом эпизоде крепко досталось уже Александру Стину. Во второй встрече Бостон уступил, но запомнился прекрасным голом. Куралий из-за ворот выписал пас с лопатой через домик соперника. Нордстрем решил не отставать и, приняв шайбу коньком, проделал то же самое, но уже с Биннингтоном. Фееричный момент! Открывает тройку призеров финальной недели еще одно спасение защитника «Медведей». Чарли Маковой с лету умудрился вынести снаряд из-за спины вратаря. Да, партнеры у Раска работали как следует. MVP этого плей-офф, забивавший 4 встречи подряд, Райан О'Райли не мог пройти мимо нашего топа. Правда, в этом моменте акцент на себя сместил Зак Сэнфорд и его гениальная слепая передача из-под ног. Вау! Исполнил так исполнил. Ну а лучшим на финальной неделе становится Джордан Биннингтон и его блестящая игра в решающем матче. Несколько классных спасений в первом периоде при равном счете подготовили почву для итоговой победы. Кульминацией для Джордана стало спасение в середине заключительного отрезка.
Бросок в угол от Нордстрема был беспощадно отражен вратарем музыкантов, а через пару минут команда закрепила успех, и в победе ноток уже никто не сомневался. Первое место. Джордан Биннингтон. Сент-Луис Блюз. На нулевом месте спорное решение судей в пятой встрече. Тайлер Бозок сбил с ног форварда Бостона Ноэля Ачари, и все бы ничего, но сразу после этого хоккеисты Сент-Луиса оформили победную в матче шайбу. Как вы считаете, был ли тут фол? Голосуйте и пишите свое мнение в комментариях. Бонус финала. Прямой бросок Шена во втором периоде четвертого матча сломал Сдено Хари челюсть. Но капитан есть капитан, и он в третьем отрезке игры появился на льду с защитным визором. Сломанная челюсть, титановые пластины и заслуженные овации в начале пятого матча. Настоящий капитан, настоящий мужик. Бонус! Двойной бонус финала! В решающих матчах за Кубок Стэнли Владимир Тарасенко забивал достаточно. Но мы бы хотели отметить его буллит в пятом матче финала конференции против Акул. В силу обстоятельств мы пропустили ту неделю, но справедливость торжествует. Вашему вниманию хладнокровное исполнение попытки, точнёхонько в девятку. Поздравляем с победой, Володя! Ты заслужил этот трофей! На этом все. Еще раз спасибо всем зрителям недельных моментов НХЛ. В рамках этой рубрики увидимся уже осенью. Но расстраиваться не стоит, ведь в межсезонье вас будет ждать цикл итоговых топов по завершившемуся сезону. Если вам понравилось видео, ставьте свой финальный хоккейный лайк и подписывайтесь на наш канал. А с вами на протяжении всего сезона был Филипп Олешев, специально для Fox Hockey. До новых встреч! Пока!